Китайская инициатива «Один пояс, один путь» привлекла инвестиции в сельские районы Казахстана. Здесь производят верблюжье молоко – полезный и питательный продукт с уникальными свойствами. Верблюжье молоко содержит более 30 граммов белка на 100 миллилитров. В 8 раз больше, чем коровье. Разница огромна. И именно это побудило меня заниматься производством верблюжьего молока. 3 года назад китайский инвестор Ян Цзе построил на юге Казахстана завод, который перерабатывает в сутки до 100 тонн экзотического молока и производит из него все больше видов продукции. Изначально верблюжье молоко имеет неприятный запах, поэтому мы внедрили оборудование, которое удаляет этот запах, чтобы людям было проще пить верблюжье молоко. Запуск производства вызвал настоящий экономический бум в Туркестанской области Казахстана. В регионе открылось около 1000 новых верблюжьих ферм, а 150 местных жителей получили работу на предприятии. Ян Цзе уверен, что это только начало.